Так, в общем, краткий обзорчик вездехода гусеничного, сделанного под зиму. Подвески нет. Мы сейчас проехались, очень сильно трясет, но тем не менее едет очень бодро. Мотор стоит сзади. Мотор от классики, карбюраторный. Вот, конструкция известная, запчастей полно. Радиатор стоит от Nissan, большой, тяжелый. Именно из-за радиатора авто это не плавает. Вот здесь мы видим жабры под радиатор. Так, весь салончик все обито вот таким ковролином классным. Справа бензобак. Что-то у нас еще. В принципе, все. Так, далее. Расширители крепкие, можно по ним ходить. Кузов самодельной конструкции. Ничего подобного вы нигде больше не встретите. То есть часть здесь стойка, заднее стекло от восьмерки. А дальше фиг пойми от чего, но смотрится очень круто. Проработано очень до мелочей, на самом деле. Бросается в глаза, что каждые такие, казалось бы, не очень важные моменты, но очень сделано все здорово. Все решеточки подварены, фары закрыты. Здесь у нас воздух заходит в салон на печку. Дальше, что важно для такого вездехода, днище, обратите внимание, абсолютно как в танке, то есть оно абсолютно плоское, без вообще каких-либо узлов, агрегатов, под стальной защитой, ничего нигде не пробьется. Так, дальше. Как он эту штуку открывал? Помнишь? Попробуем это найти. Да. Так, где сейчас? Здесь лючок для лебедки. Зацените, как все аккуратно сделано. То есть в закрытом состоянии вообще его не видно, что обнаружить, что это лебедка, и сказать, вообще нереально. Но если мы, собственно, поднимем, отвернем две заглушки, мы увидим здесь лебедочку. Она сейчас снята, но она здесь есть. Вот. Технические жидкости аккумулятора в передней части. Дальше салон. Салон просто вышка, на самом деле. Классные сиденья, мягкие. Все обито ковролином, повторюсь. Вот, по приборам управления. У нас есть четкий руль от ВАЗа. Здесь слева у нас джойстик лебедки, который сейчас пока нет. Приборы. Масло, температура, тахометр, топливо, запас. Здесь все выведено на тумблере освещения, принудительное охлаждение мотора, свет, есть люстра на багажнике. Коробка классической схемы. Вот, дальше сделана вот такая вот напоминалка, индикатор передачи, индикатор нейтрали. Блок предохранителей вынесен тоже в салон, сухое место. Прикуриватели в салоне, удобно, спрятано. Зацените, какие классные приборы, супер здорово. Направляшки воздуха направлены на стекло. Также здесь есть обогрев переднего стекла, что, ну, тоже классный плюс. Освещение. Есть люк. Закрывается, открывается. Прекрасный. Все стоечки тоже все обиты ковролином. Есть вот такие вот держатели для рук. Сзади есть даже подобие второго ряда. Пускай тесное, но оно все-таки есть. Есть колонки, акустика. И зацените еще какую штуку. Это автоматическая пряталка аудиосистемы. Она должна прятаться, но она выезжает сразу же. Супер круто. Поражает меня подход вообще к мелочам. И сделано все очень здорово. Как говорит создатель, сил вложено много, но не туда, куда хотелось бы. Вот. Будет готовиться вторая версия такого вездехода. Пока этот вездеход выставлен на продажу.
Ссылка будет под видосом. Мы сейчас на нем проехались, два круга сделали, очень жесткий, потому что сделан для зимы, подвески нет, повторюсь. Поворачивает за счет торможения одной из пар колес. То есть теряется мощность сильно, как говорит создатель этого чуда. Система второй версии будет перерабатываться.